Вчерашний вечер для студентов Ульяновского педагогического университета выдался отнюдь не скучным. Ребята выбирали своего лидера, который в дальнейшем займет пост председателя совета студенческих объединений. В кандидаты на пост председателя совета выдвинулись студенты естественно-географического и историко-филологического факультетов. Ребята подготовили большую избирательную программу. Я люблю свой вуз. Я вижу в себе силы для его развития. Для развития студенческого самоуправления. Как я уже сказала, были затронуты три направления – учебно-научное, кадровое и информационное. В список проблем, волнующих кандидатов, вошли благоустройство территории университета, поддержка активистов и экология. С большим отрывом в выборах победил Александр Малых. В числе его проектов – внедрение института кураторства и помощь иностранным студентам в преодолении языкового барьера. Все те программные моменты, о которых я говорил, они направлены на где-то улучшение, где-то оптимизацию. На мой взгляд, основной пункт в моей программе – это адаптация иностранных студентов, потому что для нас это очень важно, и иностранные студенты не так давно появились в нашем университете. Поздравить победителя приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона поздравил победителей и кандидатов, пожелав им успешной и плодотворной работы. Ребятам не позавидуешь, потому что любая избирательная кампания требует такого количества, думаю, что сил, эмоций, да и напряжения в том числе. Но то, что они приняли решение участвовать в рамках избирательной кампании, подчеркивает то, что они действительно лидеры. Совет студенческих объединений – это своеобразный координационный орган студенческого самоуправления. У будущих педагогов появляется возможность не только проявить себя, но и применить свои умения и навыки на благо родного университета. Работа студенческого совета уже была оценена по достоинству. Студенты – финалисты нескольких всероссийских конкурсов студенческих самоуправлений. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.